Смотри, там наверху проход. Вон там. Смотри, проход. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Никогда не думал, что увижу. Почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. А не могут они передвигаться стаями? Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось.
Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону. Понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Этот язык я уже видел.
Еще один. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Что это там?
С топором не уходишься? Но не для твоих стрел, стреляй! Чисто! Ого! Осторожно! Они окружены! С топором не угонишься! Но не для твоих стрел! Стреляй! Я готов!
Мертвецы. Думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопасней там? Я готов. Готов. Фу! Что за вонь? Давай! Это скитальцы? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней. Без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать. Понемножечку. Сражаться я буду один. Дождись момента. Надо следить за лучником. Он убил Гюнтера! Мальчик! Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Oh!
Все кончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Это цепь. Вот. Опусти цепь. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Чего застряла-то? Шевелись! Пошла! Чего застряла-то? Шевелись! Пошла! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю.
Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. А! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи. А то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. О, дигр, дикья, тумбар, бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Хм, ещё бы. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Я готов к работе. Парень! Чего вам еще? Чего нужно-то? Так сложнее попасть. Что-нибудь еще? Ну, парень. Идет без бровки, я тебе зуб даю. Решил чего? Вы довольны? Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место. Только не сломай мне там ничего. Ух!
Ведет.
Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары? Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Имя ей — Сраная Благодарность. Эй, Сраная Благодарность, а ну иди сюда. А хорошо. А, я даже не заметил. За мной, Атрей. Сейчас вернусь. Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Стой! Мы снова здесь. Аккуратнее, а то ведь костей там не соберете. Кажется, здесь можно пройти. Сюда. Выглядит заманчиво. Жди здесь.
что это находка? Думал, не выберемся. Я не дам нам погибнуть. Сюда. Ух ты! Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Идем, сын. А, еще такие. Отлично. Эй, посмотри! Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли, мы станем одним. Но одному не быть таким. Загадка. Может, где-то тут есть подсказка? Возможно, эти кольца должны вращаться. Кольца вращаются. Спускайся. Эта часть подходит. Вижу руны!
мальчик? И что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть! Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Еще одна пистолетка. Что это там наверху? Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Готов!